Сейчас я заканчиваю новый альбом, с которого уже некоторые песни прозвучали на радио. Да. Почему-то это меня потянуло меня в лирику. Это лирическая песня. Именно она и песня ненаглядная, которая только сейчас вышла на радиоротации. Что касается таких проектов, продюсерских каких-то, введения в люди групп или каких-то солистов, то я пока не созрел для этого, потому что, несмотря на то, что я 3 года на пенсии, я действующий артист, у меня очень много гастролей, и я не могу оторвать, найти время для того, чтобы это делать. А если сейчас вам кто-то понравится именно из исполнителей, то вы все-таки возьметесь? Нет, не возьмусь. И такой отвлеченный вопрос. Я видела в Инстаграме, у вас там очень много фотографий собаки. Только ни разу, по-моему, не написано было имя ее, как зовут? Его зовут Зорро. Это у меня вообще 2 собаки на сегодняшний момент. Это одна, она, значит, ближе к девушкам моим, к тёще, жене и дочери. Это померанцевый шпиц, ее зовут Энька. А для меня, ну для нас еще это значит щенок такой, немецкой овчарки, ему сейчас 5 месяцев, его зовут Зора. А вы будете дрессировать его для чего? Или просто для души, чтобы для красоты, или на выставке, может быть? Для всего. Просто я вот, у меня уже десятилетия, у меня, к сожалению, много живут. Овчарки, это у меня уже 5-я. Вот, и для охраны, для души, и как друг, член семьи. Скажите, а детские песни для души пишите? Ну, я вот в свое время с Родионом написал целый альбом детских песен. «Си», «Маугли», «Трубочист» и так далее. «Танцы, пока молодой». И после этого пока? После этого не пишу, хотя я знаю, что очень востребовано. В общем, нужно детские песни писать. Но, к сожалению, у нас не только детские. У нас вот эти все конкурсы проходят, да? И, например, есть такие телевизионные прекрасные конкурсы, «Голос» и другие, значит, там. Макс Фактор, как он называется, X Factor, да. И понятно, что люди умеют петь, у них есть голоса, то есть они громко извлекают звуки там, значит. Но это еще не законченные артисты, и мешает только одно, на мой взгляд. Это отсутствие репертуара. Пока у артиста не будет своей песни, шансов нет. Поэтому у нас самые большие шансы и самая большая раскрутка у артистов, которые сами себе пишут песни, там, включая меня, Антонова, Михайлова и многих-многих. Вот. А песен не будет у нас. Почему? Потому что я попытался эту тему поднять на каком-то ток-шоу. Меня сразу наехали, что вам денег не хватает. А ситуация такая, что авторские такие ничтожно малы, значительно меньше, чем в советское время. Что авторам невыгодно писать. Просто невыгодно. Ну вы, наши молодежи, помогите. Может быть, вы напишете какие-то классные детские песни. Я не напишу детские песни, потому что должна быть система, которая поощряет написание новых хороших песен качественных. Угу. То есть хорошая песня, значит, автор, который написал хорошую песню, должен иметь обратную связь, которая выражается в том, что люди эти песни покупают, а не воруют. Угу. Назад автору возвращается понимание, пошла эта для песня или нет. Делает. А сейчас, когда что плохая, что хорошая песня одинаково, угу, одинаково невыгодна автору, то какой смысл писать тогда, понимаете? Искать, ждать спонсоров тоже неправильно. Ну да, к сожалению. Ну, поэтому, к сожалению, и детская, и взрослая песня у нас никакого шанса не имеет, пока у нас не будет четкой системы отлаженной, когда, ну скажем, качественные песни, качественная продукция, качественные стихи, значит, поощряются обратной связью от народа. Спасибо. В преддверии 8 марта, пожалуйста, всем юным исполнительцам, их мамам и бабушкам поздравления от Газманова. Ну что хочу сказать, у меня такая прекрасная возможность поздравить всех женщин, тетушек, бабушек, девушек, детей, женскую половину, всю прекрасную половину с прекрасным весенним праздником. Пожелать, чтобы все женщины нашей страны были счастливыми. Они так красивые, самые красивые в мире. Вот когда они будут счастливыми, они будут хорошо относиться к нам, к мужчинам. И всем будет счастье. Так что слушайте хорошие песни, будьте счастливы.